он вопрос поставил или-или. На этом рубеже легли Байрон и Рэмбо, а нынешние как-то проскочили. То ли не состоялось, или перенесена, а в 33 распяли, но не сильно. А в 37 не кровь, да что там кровь и седина, испачкала виски не так обильно. Слабо стреляться, пятки, мол, давно ушла душа. Терпение, стихопаты и кликуши. Поэты ходят пятками по лезвию ножа и режут кровь свои босые души. Добрый вечер всем. Еще раз огромное спасибо за искренние теплые поздравления. Днем рождения! Пусть поэтом считаюсь не истинным, проскочив молодежный рубеж, наслаждаюсь осенними листьями и несу ворох новых надежд. Я десяток еще разменяла плодотворных и творческих лет. Эти 10 и были началом. Состоялась артист и поэт. Криво-косо пишу, так извольте. Я потомкам, меня поймут. Мне жилось хорошо или горько на изломе ужасных минут. Да, действительно переработка той страны, что кроилась за час. Да, жилось мне и жестко, и горько для того, чтобы быть среди вас. Вам спасибо, мои дорогие, тем, кто здесь, кто пришел на концерт. Ах, сентябрь, время, месяц мой, перемири. Я Сивилла, артист и поэт. Проскочившая вовремя, кстати, я для вас прожила и живу. Эх, Владимир Семенович, хватит. Время новое в полном ходу.